Изысканные блюда национальных кухонь разных стран, национальная музыка, завораживающая природа Карабаха. В течение 4 дней в Шуше готовили кулинарные шедевры. В культурной столице Азербайджана, жемчужине Карабаха, городе Шуша прошел первый международный кулинарный фестиваль, организованный фондом Гейдара Алиева совместно с государственным агентством по туризму страны. Помимо изумительных яств, посетители ознакомились с красотами города Шуша и ощутили гостеприимство азербайджанского народа. Я в Шуше во второй раз. В первый раз в Шуше я побывал недавно. Я был делегатом Всемирного конгресса азербайджанцев. И тогда я здесь пробыл короткое время. И сейчас уже почти что неделю я нахожусь в Шуше, потому что у меня здесь очень много гостей со всего мира. Я пригласил гостей из Канады, Перу, Гватемалы, Доминиканы, Франции, Италия, Южная Корея. В общем, со всего мира известные кулинары, известные повара, журналисты прибыли в Шушу, в нашу свободную Шушу, для того, чтобы вдохнуть в этот город жизнь. Ну, я расскажу сегодня, мы делаем тур здесь. Мы пробовали все кухни, все районы Азербайджана. Я убедился, за что это очень-очень вкусно все. Я это не знал, потому что редко, конечно. Посетители фестиваля имели возможность ознакомиться с работой поваров из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии, наблюдать за готовкой блюд. Посещая мастер-классы профессиональных поваров, гости узнавали тонкости готовки разных блюд. Фестиваль стал не только праздником изысканных блюд, но и местом демонстрации материальных и духовных ценностей различных народов. Именно поэтому в фестивале установлены павильоны разных форматов. Каждый приветствует гостей национальной музыкой, показом отрывков из известных произведений. Уважение традиций различных стран свидетельствует об уровне мультикультурализма международного фестиваля. Образцы народного ремесла Азербайджана широко представлены гостям. Отдельного внимания на мероприятии заслуживает издание кулинарной тематики фонда Гейдара Алиева. Творческий коллектив открытого акционерного общества «Азерхалча» провел различные интерактивные презентации о традициях ковроткачества. А с участием азербайджанских художников и скульпторов прошел пленэр «Шуша. Весенняя легенда». Произведения, созданные на лоне природы, отображают богатую природу и красоту этого края. Альбина Абдрахманова и Смира Алиева на Мегасанлы, CBC.